31 мая территория Десногорска пополнилась новыми зелеными насаждениями. 12 молодых кленов. Такой вклад внес коллектив предприятия в городской проект «Атомпарк». Посадить дерево может каждый, было бы желание и место, но перейти от слов к делу получается не у всех. Наша акция направлена на благоустройство города. Город молодой, город должен быть чистый и красивый. Мы вносим свою лепту в то, чтобы наш город с каждым днем становился лучше и лучше, краше и зеленее. Нести частицу себя в общее дело – благородный поступок. А гулять по парку и знать историю каждого дерева, знать, когда оно было посажено и кем, теперь это доступно и участникам акции. Здорово, когда город, в котором ты живешь и, в общем-то, родился, вырос, и сейчас растут твои дети, развивается, преображается. Мы решили принять активное участие в развитии нашего атомпарка. Вот частичку себя ставим в виде таких прекрасных деревьев. Будем не забывать их поливать. Ну и надеемся, что будущее поколение обязательно будут беречь и приумножать это богатство. Мероприятие по озеленению «Атомпарк» объединило людей разного возраста. Активное участие в акции принимали и заслуженные ветераны предприятия. Мы с удовольствием приняли участие в посадке кленов на территории парка энергетиков. Благодаря неравнодушным городу жителям Десногорск развивается и становится зеленее день ото дня. Олег Соловьев, Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.